Привет, друзья! Сегодня я хочу показать вам, как пользоваться одной интересной программкой, которая позволяет наносить на копируемый рисунок специальную сеточку. Многие художники пользуются такими сеточками, чтобы не морочить себе голову с построениями там рисунка и так далее. Короче, вот у меня есть рисунок. Я сейчас его открою с помощью программы, которая называется PhotoFilter Studio 10. Вот такой рисунок. Мне нужно нанести на него сеточку. Вот я открываю фильтр, прочее, генератор сетки. Вот у меня сразу сформировалась такая сеточка. Я могу ее делать больше. Могу крупнее делать ячейки, мельче. Вот меня в данном случае устроит вот такой размер. Вот 6 клеток на 5. Мы нажимаем ОК и сохраняем файл на рабочем столе. Заменяем название. Сохранить. ОК. Вот получился вот такой рисунок. Я могу сделать его больше, меньше. Теперь мне осталось только нанести на чистый лист бумаги вот эти вот, перенести клеточки по нужному мне размеру и копировать мой рисунок.